Житель Кустаная погиб в результате ДТП. Авария произошла в Красузском районе. По данным пресс-службы департамента полиции региона, 21 августа на 24-м километре автодороги Кайбагор-Карасу-Севастополь 42-летний водитель, управляя автомашиной Renault Duster, не справился с рулевым управлением. Машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП 34-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался при доставлении в центральную районную больницу. Полиция начала расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения». Привлечь к ответственности людей, жестоко расправившихся с собакой, требуют жители Кустаная. О происшествии в своем инстаграм-аккаунте сообщила наша коллега Евгения Артанж. Там же она разместила видео с камер наблюдения. По словам Евгении, утром 21 августа у шестиэтажного дома номер 26 на улице Урожайной был слышен визг собаки. Неравнодушные люди выбежали на улицу и увидели, как несколько людей под окнами шестиэтажки били молотком по мешку, который был в крови. Таким образом, они добивали пойманную ими собаку. Как сообщает автор, жители многоэтажки вызвали полицию. Хозяйка пса пояснила, что он начал воровать кур. Как нам сообщили в департаменте полиции Кустанайской области, факт зарегистрирован. Будет начато досудебное расследование. Напомним, в Казахстане в стадии рассмотрения находится закон, ужесточающий ответственность за жестокое обращение с животными. Хотя и сейчас санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения и даже лишения свободы. Факты нарушения карантина вновь выявлены в Кустанайской области в выходные дни. Мониторинговыми группами выявлено 8 массовых мероприятий, 5 семейных торжеств и 3 поминальных обеда в областном центре – Кустанайском, Хамангельдинском и Наурзумском районах. В Кустанае в запрещенное время работал один из баров. В субботу мониторинговой группой выявлен факт проведения свадьбы в ресторане с участием 50 человек. В одном из кафе Наурзумского района на поминальный обед собрались более 60 человек. По всем фактам собраны материалы и переданы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Кустанайской области для привлечения владельцев заведений к административной ответственности. С начала августа мониторинговыми группами проведена почти 1000 рейдов, в ходе которых выявлено 121 нарушение карантинных мер, из них 11 фактов работы кафе в запрещенное время и 29 фактов проведения мероприятий.